Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. Дневник по приручению. Началось кусание. Не хочешь, что ли? Давай. Противная девка. Пошла прятать. Столовая на будке. Сегодня и крысу поймал. Она где-то ее спрятала. Давай, ну теперь кусаться со мной будет. Давай не выкабенивайся. Блин. Ну будешь подбирать сама, я чуть не... Это спрятать надо. Подходи нормально. Чуть-чуть новую эту самую моду взяла. Сбоку подходить. Нос весь запачкала, он весь пыльный. Не понравилось на руках у меня. Она из рук не хочет брать. Руки помоешь хорошо, она все уже. Запах чувствует. Знакомый. Ну? Кизагет поправилась, она не поправилась, у нее шерсть выросла. У нее на шее шерсть. Прошлый год мерил 9 сантиметров. А на боках 6. Давай. Кого-то будет ходить выдумывать. Кого выдумывать-то? Давай иди ешь. На, и что там вынюхивать? Какой-то запах не понравится, все начинает что-то выдумывать. Давай ешь. Ну, конечно. На. Все упало на щеки. Ну, она что-то будет по-своему что-то делать. Начинает дурочка прикидываться. Как будто меня первый раз видит. Ай.
Ну. Она знает, вот какое мясо она ест, она будет это самое выполнять упражнение. А какое не нравится, будет это самое придуриваться. Из рук не возьмет. Не поваляешь, не поешь. Давай. Изо рта сено торчит. Ну. Что, наелась уже, что ли, или что? Наелась, да будем сейчас совесть будем. Если наелась, так и скажи, я наелась. С руки она привыкла есть. Давай, подходи, хулиганка. Скрупу кем-то. Давай еще языца полакай маленько. Там желток остался. На, еще булочку съешь. Можешь булочку? Ладно, все на сегодня. На, еще мяско есть. Мяско уже забыли еще.
Мяско не доело. Блядь, затяну пошла. Не отъезд. Ну, на все на сегодня.